минувшие выходные определились победители спортивно-культурного праздника «Королева спорта по баскетболу среди мужчин». Финальный турнир у сельских баскетболистов прошел с 20 по 23 июня в столице областного спортивно-культурного праздника, поселке Таврическое. Напомним, по итогам отборочных соревнований 8 лучших команд области боролись за выход в финал турнира. По результатам матча из своих подгрупп в решающую стадию состязаний вышли дружины Муромцевского, Нововаршавского, Большереченского и Омского районов. Они-то и разыграли награды сельской олимпиады. Итоговая расстановка сил определялась в матче большереченцев и муромчан. Последним для триумфа на «Королеве спорта» нужно было обыграть соперников с разницей в 21 очко. Большереченским баскетболистам за годы проведения соревнований в призерах побывать удавалось, а вот вкус победы почувствовать ранее не приходилось. Завершающий матч турнира и подопечные Александра Алешкина из Большереченского района уверенно выиграли 70-47. Все сложилось. Мальчишки очень хотели выиграть. Я тоже. Понимаете, без огромного желания невозможно. Конечно, умение должно быть, тоже оно потреблено, но желание – это, как говорится, в первую очередь. Только биться. Баскетболисты из Муромцева по очкам оказались на третьем месте. Тем не менее, это лучший результат муромчан в баскетболе с 2002 года. Того времени, как этот вид спорта был включен в программу главных сельских летних стартов региона. Наверное, эмоций не хватило, чтобы победить, потому что первые три игры в группе были довольно тяжелые, поэтому там все эмоции выплеснули. И первая игра уже на стыках, так скажем, с Омским, тоже очень много эмоций потеряли. И здесь просто не хватило нас. Даже не физически, а просто эмоционально. Уже все расплескали. Итак, команда Большереченского района, не потерпев ни одного поражения на турнире, впервые заняла первое место на «Королеве спорта». Вторыми стали баскетболисты Омского, третьими – Муромцевского района.